Открылась лавка у Вульфи Нитрича. Продаем и покупаем золото в Терра онлайн. Интересует? Напиши нам в ВКонтакте, Аське или Скайпе. Все данные под видео. Всем привет, ребят! С вами Нитрич и играем в Терра онлайн. На дворе у нас 4 августа, а вчера вышли две новости. Вышли поздно, поэтому только сейчас выкладываю видео. Итак, первую новость, которую опубликовали Destiny, это под названием Xterm. Вводят они такого нового питомца, а точнее набор. У этого питомца будет скорость 280, восстанавливает бодрость своему наезднику. Ну и тут немножко идет описание о том, что он готов принять боевое положение и ринуться навстречу опасности с благородной целью догнать всех врагов науки и прогресса. Ух ты! Ну ладно. Также вы в наборе 100% получите выдающийся свиток печати Энигмы, аж две штуки, это которые делают 100% шедевром вещь. И свиток 58 уровня. 58 это вы создали персонажа первого левела, завязали сразу 58, ура! Осталось 2 левела, а потом на квестах 60 по 65 буквально за 5 часов. И все, у вас кап. Вот такая вот халява. А халява стоит 400 звезд. 400 звезд умножаем на 6, получаем 2400 рублей. Питомец, 2 свитка и свиток апа. Почему я стою здесь? Потому что новый питомец довольно-таки хорошо похож на вот это чудо природы Xter RX. Только тот у нас Xterm, и он похож больше на скарабея. Вот. Морда у него, ну, скарабея, все Аладдина смотрели, видели там скарабея. Также у него еще трон, вместо такой штуки крутящейся. То есть вы находитесь довольно-таки на большой высоте, особенно по сравнению с элинками. Так. И главное, не забывайте, что этот свиток вам нельзя будет заюзать, когда поставят обновление с инженерами. Вы не сможете его использовать сразу же на инженера, нужно будет дождаться какого-то одного задротика, который будет рваться за титулом, получить достижение, взять первым 65 левел инженеру, новому классу. Вторая новость. Это гоночная новость, так сказать. Конкурс «Бей и беги». Помните, было уже с глубинным храмом. Теперь алочное ущелье. Это троечка, где фармится. Помните, ну, кто ходил, не то, что помните, а вначале там обезьяна, потом такая каракатица, как его называть. Ну и в конце птица. Опять, по-моему, выступает спонсором у Destiny Кубер. Лучший выбор российского геймера. Не знаю. Я покупаю обычно всякие шанхайзеры и рейзеры. Так. Нужно будет как можно быстрее зафармить этот данж, выложить видео и получить при бомбасе либо мышку, либо гарнитуру. Тут уже посмотрите сами. Вот такие две новости. Давайте теперь еще посмотрим, сколько же в деньгах, допустим, получается, если донатить на вот это чудо Xterm. 58 свитки сейчас, наверное, подешевеют. Так что, если кто-то хотел сделать рерол, немножко подождите. Вообще, вся акция продлится до 9 августа включительно. То есть осталось 5 дней. 5 суток осталось. Сейчас. Так. 58 свиток. Ну, ищется легко. 150 тысяч. Теперь нам нужно выдающийся. Что-то я неправильно пишу. Во. Выдающийся стоит 40. То есть получается у нас 80. 140. Ой. 150. Плюсуем 80. Получаем 230 тысяч. Ну а на набор мы тратим 2400. То есть
примерно, если получится по такой цене продать. Ну, так как новость вчера была. Так что смотрите, сейчас тут все заполнится свитками. И теми, и другими. Голда у вас где-то выйдет по 10 рублей за 1000. Приблизительно. Либо свитки сейчас подешевеют к вечеру, к завтрашнему дню. И будет еще накладнее. Так, что касаемо выдающихся свиток печати Энигмы. Свитки, мастерворки у нас стоят по 150, то есть 40 тысяч разделим на 150 голды. Получим 266 свитков мастерворков. За 266 свитков, как вы думаете, мастерворкните какую-либо из своих вещей? Лично я припоминаю, что полузлюбленный я сделал за 150. Так что подумайте еще, стоит ли тратить денежки на эти свитки. Вот, в принципе, и все. Спасибо, ребята, что смотрели данное видео. Подписывайтесь на канал, заходите к нам в группу ВКонтакте, пишите свои комментарии, я их всегда жду. Приходите на мои стримы 6 часов вечера. В лайв-режиме увидите, как я хожу на аренку 3x3 небесную по рейтингу одиночно. И, как всегда, всем удачного дроба. Пока-пока.